А сейчас пойдет речь еще об одной компании, только теперь уже о строительной. В Твери продолжается строительство новых участков дороги по улицам Левитана и Вологодской. Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта «Жилье». Качество работ на объекте проверили специалисты Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города и депутаты Тверской городской думы. Строящийся объект для микрорайона Южный можно назвать стратегическим. Новая дорога наконец-то соединит улицу Левитана с жилой застройкой, а также откроет для жителей Южного Д транзитное движение по улице Вологодской. В настоящее время в рамках работ у нас идет геодезическая работа, ведутся очистка полосы отвода, а также уже начались работы по переустройству сети электроосвещения и электроснабжения, в том числе данного жилищного комплекса. Работы ведутся под постоянным контролем специалистов Департамента дорожного хозяйства, а также депутатов и представителей общественности. Инициативная группа вот ближайших домов, для которой делается дорога, они приходили в Думу, выступали прямо на заседании, просили все-таки этот вопрос решить, потому что он на самом деле критически важен для вот этих новостроек. Кроме того, на объекте запланированы работы по укладке асфальтобетонного покрытия, строительство тротуаров и велодорожек, устройство наружного освещения, благоустройство и озеленение примыкающих территорий.